молодой человек. Я совсем одна. У меня ноги больные и глаза плохо видят. Иногда дочь с мужем приходят, продукты приносят. Убираться помогают. Но в последнее время мне кажется, что они специально вредят. Холодильник мой сломали. А теперь свет погас в комнате. Вы не могли бы мне помочь, а? Посмотреть, что у меня со светом. Вы это, позвоните в ЖК или в милицию позвоните. Так я не могу позвонить никуда. У меня телефон не работает. Ну ладно, давайте посмотрю, что у вас там. Проходите. Проходите, сынок. Проходите. Что у вас? Вот телефон. Не работает? Нет. Держите, ну-ка. Вот так. Нет. Не работает. Сейчас. Так. Да у вас тут провод обрезан. Вот видите? Это он специально вредит. Ее муж. Он знаете, где работает? В электросети. Может, позвонить его начальству? Последние дни они вообще пропали. Уже неделю не приходят. Что у вас так воняет? Из холодильника, наверное. Посмотрите, пожалуйста, вот здесь. Холодильник не работает, а там продукты лежат. У холодильника вилка разобрана. Я не знаю, вам надо срочно милицию вызвать. Пусть они разбираются, я не знаю, что у вас происходит. Я сейчас спущусь, у меня там телефон лежит. Позвоню, чтобы кого-нибудь к вам отправили, хорошо? Спасибо. Ладно, вам до свидания. Большое. Молодой человек, а вы не посмотрите, что у меня в комнате со светом? Милиция же электричество мое не починит. Я вообще ничего не вижу. Ну ладно, держите. Вам буду сейчас очень благодарна. Сейчас посмотрим. Не работает, вообще не работает? Нет. Лампочка перегорела. Надо новую вкрутить. А у меня лампочка есть. Есть? Да, у меня все есть. Где? Вон там, в шкафу, посмотрите. Тут? Да. Нет, наверху, наверху. Да, да. Ага. Так. А, вот. Значит... Вот вам стол. Спасибо. Мы всегда так делаем. Сейчас посмотрим. Пригорело. Плохо откручивается. Лампочка у вас кривая. А, патрон оплавился. Сейчас, секундочку. Так. Так. Ну-ка. Попробуйте включить свет. С вами все в порядке. Эй, мужчина, вы живы? Ну что же делать? Вы встать можете? Нужно вызвать скорую. Сходите к соседям. Пусть 03 позвонят. А соседей нет никого. Люба ваша уехала с Колей.
А этих справа давно уже нет. Живут, наверное, на даче. Так что нет никого. Сходите на четвертый этаж. Там же есть кто-нибудь хотя бы. По лестнице я спускаться не могу без помощи. Я педагог. 40 лет в школе отработала. Вы представляете, что это такое? Весь рабочий день ходит по классу. У меня ноги больные. Да сделайте что-нибудь. Если сейчас врачи не приедут, то мне конец. Я не могу ни рукой, ни ногой шевелить. Не надо на меня кричать. Почему вы решили, что Лола уехала? Может, она ненадолго вышла? Я звонил ей утром. Утром и она уехала. С чемоданом она была большим, и мальчик с ней. Вы ее любовник? Да. Мы с ней поругались несколько дней назад. Я пришел помириться. Вы точно уверены, что она уехала? Я сказала, с чемоданом она была. И Коля с рюкзаком. Ой, вы же видите плохо. Уверены, что не ошиблись. Молодой человек, я не вижу буквы. Я лицо ваше плохо вижу. Но на ярко освещенной лестнице я видела чемодан и мальчика. Я просила их помочь мне. Она сказала, что на самолет опаздывает. Какие времена были? Молодой человек, как вас зовут? Алишер. Алишер. Какое красивое имя. Слушайте, вы можете помахать в окно, крикнуть, привлечь внимание, чтобы люди вызвали скорую помощь. Молодой человек. За окном у нас деревья. Маши, не маши, никто не увидит. А кричать я не могу. Мне и громко-то говорить. Тяжело. Крикните в окно. Слышите там люди? Может вас услышать? За деревьями детский садик. А сейчас там подростки безобразничают. На ход ягуну там набушат. О, Господи! Хотите? Сами кричите. Если такой умный...
Ман... Ман баланд саду барварданам и тавонам. На вас каши мушкила. Вам сесть надо. Вы лежите в неудобной позе. Чи? Не. Давайте. Не. Я вам помогу. Не надо. О, надо. Ай, больно. Тихо. Тихо. Вот так. Учажона. Опа. Учажона. Ладно. Ависта. 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 Ох, тихо. Тяжелый. Тихо, вот так. Вот. Все. Хорошо. Вот так. Ай, каштиме кампир. Вы можете мне помочь? А что я делаю, по-вашему? Сейчас принесу свечи. Сколько сейчас время? 8 часов. Музыку вашу можно громче сделать? Не знаю. Нет, наверное. А вот телевизор громкий. О, если мы сейчас через 3 часа включим телевизор на полную громкость, то кто-нибудь вызовет милицию. Только он не работает. Вернее, он работает, но включить его нельзя. Зато он сам включается, когда захочет. Я-то иногда успеваю несколько передач посмотреть. Стукните по нему. Зачем? Стукните по нему, он заработает. Куда стукнуть? Сверху стукните. Не надо. Он так сломается. Не сломается, стукните. Наоборот, заработает. Вот сюда стучать мне? Да, стучите. Куда? По телевизору. Вот так? Да, еще. Еще сильнее. Сильнее давайте. Молодой человек. Вы так сломайте мне телевизор. Тысяча
1880-м Мексикой правили деньги. Закрывайте. Больше стучать не буду. Когда снова заработает, надо прибавить громкость. Я попробую. У вас есть пульт от телевизора? Где-то был. Я 3 дня его ищу. Это, наверное, он. Муж ее утащил. Кого ее? Дочери моей. Она у меня ненормальная. Свихнулась на Индии. По полгода там живет. 40 лет, ума нет. Всякую ерунду оттуда мне привозит. Полный шкаф слоников. Палочки вонючие. У меня голова от них болит. Музыку дурацкую привела. Я ее не слушаю. Вы любите музыку индийскую? Я прошу вас, не надо музыки. Я пить хочу. Надо чай ставить. Ой. А у вас здесь торт. Хотите сладкое? Чай будем пить. Я не люблю сладкие. А вы угощайтесь. А дочь ваша в городе? А кто ее знает? Она мне не докладывает. Хочет, в Индию свою едет. Хочет, у себя сидит со своим. Ждут, когда помру я. Может, она придет? Когда они последний раз у вас были? Этот-то... С электросети? Вчера приходил. Принес мне чаю и рыбы. А холодильник-то не работает. А, это она воняет. Наверное. Выкиньте ее в окно. Может, кто-нибудь разбираться придет. Наверно. Покидайте еще что-нибудь. Ой. Да.
да? Умный вы какой. А кушать что мы будем? У вас анальгин есть или цитрамон? Да, есть. Сейчас посмотрю. Ой. Сейчас. Ваше здоровье. Еще. Еще глоток. Вот так. Голова болит. Еще чуть-чуть. Худоджон, и чебало будет. Давайте воду откроем. Давайте воду откроем и раковину закроем. Да? Затопит, снизу прибегут. Умный вы какой! А ремонт вы всем будете делать? Богатенький. Я заплачу. Вот и платите сейчас. Там внизу знаете, кто живет? Вам не чета. Директор издательства. У него там евроремонт. А телевизор... аж за 10 000 сомони. Книжек полный дом дорогих. Умный вы, я смотрю. Бухгалтер. Все подсчитал. Вы понимаете, мне срочно нужно врач. Да где же я его возьму вам, молодой человек? Мне самой врач нужен. Я ее 3 месяца не видела. Нашу, участковую. Телефон не работает. Хоть бы сами там, в поликлинике, поинтересовались, не померла ли бабушка? И собеса приходила одна. Посмотрела. Говорит: ой, а у вас все есть. Вы тогда позвоните, если что нужно. И пропала. А как я ей звонить буду, когда телефон не работает? Это назвали проклятием фараонов.
местью авантюристам, нарушающим покой священных усыпальниц. 1699. Команду польского судна, перевозящего две мумии, преследуют видения и жесточайшие штормы. 1803. Четверо исследователей ходят в пирамиду Хефрена. Надо окно закрыть. Нет, не закрывайте. Может, кто-нибудь близко подойдет и в окно вы позовете. Скажите, чтобы не открывали, пусть подождут. Вы сами все перепутали. Я больше вас слушать не буду. Дайте мне подумать, что делать. У вас есть таз железный? Да, есть. И палка какая-нибудь. Принесите, пожалуйста. Он говорит не входить. Можете принести, пожалуйста. Положите таз на пол. Нет, с другой стороной. А теперь стучите по нему палкой. Мы сломаем пол. Вам пол жалко? Человека живого вам не жалко. Стучите. Стучите, я вам говорю. Еще. Еще. Да, давайте. Да, пусть знают, что тут инвалиды пропадают. Стучите! Стучите! Вы спите, что ли? Ну да. Поспите. Тяжелый день был сегодня. У меня все болит. Мне не до сна. Что это? Горит что-нибудь? Это палочки. Индийские. Уберите, пожалуйста. Да. Да, они не всем нравятся.
И окно откройте, дождь уже кончился. У вас есть кошка? Да, она на кухне сидит. Чужих боится. Давайте мы пишем записку, привяжем в кошке и выпускаем ее на улицу. Она на улицу не пойдет. Будет у двери сидеть и мяукать. Кошку хоть мою не трогайте. Никто не помогает. Только мучают меня и кошку. Вам же помогают. Продукты же приносят. Убирают. Если они меня кормить не будут, их в тюрьму посадят. Я на них уже заявление написала в милицию. Боятся. Поэтому у меня холодильник полный. А так, они смерти моей хотят. Специально холодильник сломали. Чтобы я чем-нибудь отравилась. И телефон. Чтобы я не могла позвонить, когда надо. Раньше как хорошо было, не было ни у кого ничего. И жили все дружно, когда делить было нечего. А сейчас ради квартиры родную мать готовы убить. У меня же она не одна была. У меня был сыночек, Сереженька. Младший братик ее. Такой хороший мальчик. Я так любила его. И что с ним случилось? Погиб он 10 лет назад. В ДТП умер. Вы на него, кстати, очень похожи. Жалко, дочь все фотографии унесла. А паспорт Сереженьки я спрятала. Вот. Вот, смотрите, правда, он на вас похож, очень даже похож. Внук вашему сколько лет? Ему 20 уже. 23, что ли? Не навещает. Зачем ему бабка старая? Весь деловой. По заграницам ездит. Вы же...
Вы не понимаете, как мне плохо. Я, может, инвалидом буду. Молодой человек, во-первых, не ругайтесь. Я этого не приемлю. Я уже сама 15 лет инвалид. Мне больно. Очень сильно же болит. А у меня все болит. Я когда утром встаю, жить не хочется. Ногами еле-еле шевелю. Ну что вы как маленький. Вам питаться нужно. А то никогда не поправитесь. Вы же еще молодой. Вам бы жить и жить. Вы что, один живете? К любовнице все время ходите. Я вас видела раньше. Вы женаты? Один. Это хорошо. Не люблю я, когда мужики по сторону бегают. Кормишь их, они все на сторону бегают. Я вот уже без мужиков давно живу хорошо. А вы что, в школе преподавали? Литературу, русский язык и географию с историей. У меня широкое гуманитарное образование. Вам спать нужно. Такой день суматошный выдался. Ай. И я посплю немного. Эй. Эй. Ой. Дверь открывайте, слышите? Идите. Идите, открывайте скорей. Звонили. Открывайте дверь. Нет там никого. Опять хулиганят мальчишки. Я подумала, что, может, это Коля с Лолой вернулись, но нет никого. Вы дверь не закрывайте. Вдруг кто увидит. Ага. Пусть кошка убежит, да? Вы же говорили, что она не убегает. А вдруг убежит? А вам кошка важнее, чем живой человек.
У меня это единственное существо. Родное. Знаете, как она меня любит? О, когда я болею или очень холодно, она приходит ко мне, ложится со мной, греет меня. А вы любите животных? Не знаю. Люблю, наверное. У меня их никогда не было. Дайте мне пить, пожалуйста. Хорошо. Вот, видите? Я вам даже соломочку нашла. Пейте. Держаться до последнего. Как в том фильме. Помните? Семеро смелых. Или повесть о настоящем человеке. Вот раньше герои были в кино. Мужики. А сейчас какие-то все мальчики. Симпатичные. А мужиков нет. Нет. Таких вот с бандитскими физиономиями много. А вот интеллигентных мужчин, вроде Тихонова, давно не видно. А мне смешно. Никогда не думал, что в такой ситуации я окажусь. Бред полный. Словно в другое измерение переехал. У меня все расписано. Возьмите у меня. Возьмите. Записную книжку у меня возьмите. В пиджаке. Откройте. Посмотрите, что на последней странице записано. Ну, я в этой темноте ничего не вижу. Сами посмотрите. Встреча с Днесюком. Это было важно так еще вчера. Ой, о, а, ой. Пишакагирен, ой. Встреча с Денисюком. Вы не представляете, как мне была важна эта встреча. Ну я-то не виновата. Пойдем, мой хороший, пойдем.
Жаль, что вы танцевать не можете со мной. Я так танцевала в молодости. Все, что сегодня случилось... Что? Что я лежу здесь, разговариваю с вами, а не могу рукой пошевелить. Боже, как мне плохо. Почему я сразу не умер? Вы малодушничаете. Так нельзя. Не будьте тряпкой. Будьте мужчиной. Вы наивно представляете себя центром мироздания. А на самом деле... Вы лишь песчинка в круговороте. Мы все песчинки. Мы вращаемся, вращаемся. Мы вращаемся, вращаемся, вращаемся. Ой, да что же это такое? Эй! Эй, вы как? Вы не ушиблись? Ау! О! С вами все в порядке? Эй, послушайте! Встаньте, пожалуйста! Не лежите на полу! Простудитесь, эй, встаньте, встаньте. Ой, худой, чеболобут. Кампир, Натарсон, Хезельтимос. Кампир, Хез. Хез, Кампир. Анага. Хап. Ага. Ах, эскампир. Как же я устала. Сердечко болит. Так вы что, совсем один живете? Плохо в таком возрасте одному. Вы сами за собой ухаживаете, да? Я с мамой жил почти все время. Она недавно умерла. Она за мной ухаживала. Готовила, стирала, убирала. Последние 2 года... Правда, совсем ослабла. Больше за ней мне ухаживать не приходило. Вашу дочь можно понять. Теперь сами поймете, каково это, когда вокруг вас бегать некому. Я сам виноват. Это сплата. Наверное, за то, что я делал. В чем виноват? Я ведь тоже нам отсмотрел. Думал, когда же кончится все это. Ай.
Но невозможно же так долго. Приходишь каждый день с работы. А там лежит инвалид. Кормить надо, мыть надо, стирать, убирать. Сиделок пробовал нанимать. Она их видеть не хотела. Ничего из их рук не брала. С мозгами у них на старости лет что-то делается. Но я тоже продуктами испорченными кормил. Гулят не выводил. Лекарства не те давал. Чтобы, значит, побыстрее. Мама. Прости, если слышишь меня. Мама, мама, прости. Не знаю. Не берусь я всех судить. Мои-то родители еще на войне погибли. Только я думаю, нехорошо стариков бросать. Тем более родителей. Вы поплачьте. Поплачьте. Легче будет. Она ведь меня любила сильно. Одна меня воспитывала. Отец от нас ушел, как я был маленьким. Я не думал раньше, как ей тяжело было со мной. Всегда веселая была. Никогда не унывала. А потом вдруг легла. Говорит, все, больше не могу. И началось у меня. Каждый день сиделкой работать. Без выходных. Не уехать никуда. Не отдохнуть. Да, тяжело с вами, инвалидами. А с Лолой вы давно знакомы? Что не поженитесь? Давно. 2 года уже. А ей зачем такая свекровь нужна? У нее с сыном забот хватает. Вот сейчас, когда мама не стала, думал, вместе заживем. Вот не судьба похожа. Ой, муж-инвалид. Муж-инвалид тоже никому не нужен. Бог меня наказал за все. Бог наказал. Вы не убивайтесь раньше времени. Может, все обойдется? Вы человек молодой.
У таких все быстро заживает. Да медицина сейчас творит чудеса. Я, правда, по нашей поликлинике не замечала. Заплатите побольше, может, поставят вас на ноги. Вы думаете? Дай Бог, может, помолиться? Что-то мне говорить тяжело. Комок в горле стоит. Проглотить не могу. Вы отдохните. Вы мало спали. Вам отдыхать нужно с такой травмой. А вы постучите по трубе. Да никто не отзовется. Я уже делала раньше. Не реагируют. Это все вы виноваты. Если бы не ваша лампочка, я бы сейчас дома был. Целой и невредимой. Понимаете? И не стыдно вам, молодой человек, такое говорить? Сами виноваты, что своими... Не умеете электричество чинить. Не беритесь. Видели, как вспыхнуло? Там, наверное, все провода сгорели. Менять придется. А электриков в жизни не дождешься. Как будто я вас оставляла. Сказали бы, что не умеете. Я бы уже давно легла спать. Сижу тут с вами. Ну и ложитесь. Все равно от вас толк нет. Помощь позвать не можете. Ну и лягу. Вот только свежие последние новости по телевизору посмотрю и буду спать. Записку напишем. Принесите ручку и бумагу. Большой лист нужен. Вы же плохо видите. Как вы на таком листочке писать будете? Где же я вам возьму большой листок? Нету у меня. Ладно, пишите. Помогите. Крупными буквами. Помогите.
три воскресательных знаков. Заперти в квартире номер. Какой у вас номер? Написали? Ну, подождите, мне же сложно писать. Телефон не работает. Срочно нужен врач. Готово? Покажите. Покажите. Все. Господи. Каракули какие. Никто ничего не разберет. Киньте ее в окно. Может, кто-нибудь поднимет? Выбросила я записку в окно. Там одни пьяные ходят. Никто ничего не заметит. Вы про дочку говорили. Сколько лет? 10. Женаты были вы? Да. Недолго. Видите с ней? С дочкой? Нет, жена не дает. После развода она со мной встречается, только чтобы деньги получить. А с дочкой не дает увидеться. Да. Только о себе и люди думают. Только о себе. Хотя, если вашу жену послушать, так наверняка окажется, что она права, а вы плохой. У каждого своя правда. О, дочь моя. Всем соседям рассказывает, что я ненормальная. Из ума выжила. Вот теперь от меня и шарахаются. Никто никогда не поможет. Все одна сижу. Людей уже забыла, когда видела. А как же зять? А это-то... Так он со мной и не разговаривает. Придет... Принесет лекарство с продуктами и сразу уходит. Я его сколько раз просила. Посиди немного, чаю попьем. Много ли мне нужно? Полчаса посидеть, поговорить. А он? Некогда мне. Спешу. Даже электричество не починил. Я уж так долго ждала,
что когда-нибудь кто-нибудь рядом появится. И тут вас сам Бог послал. Я вас в глазок увидела, когда вы Лоле звонили. Думаю, вот какой молодой человек, симпатичный. На Сереженьку моего похож. Он мне не откажет в помощи. Я вам по секрету скажу. Это ведь я телефон сломала. Зачем? А как же? Стали бы вы мне помогать, если бы у меня телефон работал. Вызвали бы из ЖЭКа или милицию, и все. Так это вы все устроили? Что все? Я только телефон сломала. А дальше вы уж сами. Думала, вы мне свет с телефоном почините. Потом посидим, чаю попьем. Конфетами думала вас угостить. У меня конфеты любимые есть. Ласточка. Ой, уберите кошку. Идем, идем, моя хорошая, идем, идем, хорошая моя. Ой, ой. Да вы знаете, кто вы? Вы же убийца. Монстр. Что вы такое говорите, молодой человек? Ну кто же знал, что так обернется? Вас убить мало. Что же вы наделали? Вы человека искалечили. А в чем же я виновата? Если вы свалились. Знаете, сложно человеку осознать свои ошибки. Да, гораздо проще свою вину свалить на беспомощную старушку. За что мне все это? Господи! Неужели ты так ставишь меня здесь подыхать? Так может быть, вы и не умрете? Знаете, с такими травмами сколько людей живут? Ой, кошмар какой. Господи, ну сделай же что-нибудь. Помоги мне, пожалуйста. Не бросай меня. Ничего я никогда у тебя не просил, но сейчас я умоляю, ради Бога, помоги.
Вытащи меня отсюда. Открывайте. Открывайте. Скорее открывайте. Рыбу обратно принесли. Бросили у дверей и ушли. Это дворничиха, наверное. Она у нас вредная. Надо записать еще одну записку. Повесить на дверь. Или рядом положить. На лестнице. А рыбу опять за окном выкиньте. Принесут обратно. Увидят записку. Не знаю. Давайте попробуем. Поставила чай. Будем чай пить с конфетами. А дверь не закрыла, приоткрыто оставила. Значит, все. Не будет отсюда выхода. Помереть здесь придется. Да не убивайтесь вы раньше времени. Придет кто-нибудь. Или сами что-нибудь придумаем. Вы же подумать мне не даете. Все говорите, жалуйтесь. Какие-то записки придумали. Ну, кто же хотел, чтобы так случилось? Дышать тяжело. Глаза закрываются. Вам поспать нужно. Вы же совсем не спали. Я не могу уснуть от боли. Димедрол. Я вам сейчас Димедрол принесу. Сейчас. Пейте, запивайте.
Вот и все. Все, что осталось от человека. وضعیتش وزنین با بیمار خونه بردن در کار کنی؟ نه این شناست من این کس نیست با فکرم اینجا نفری دیگری هم هست آه کنی؟ آه این کس یا پسرشون یا نبرشون این با فکرم کمی نوشیدگی مستی خواب است زودتر بردن در کار